пригласил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении вас. Ваше отношение к данному ходатайству? Согласен. Пожалуйста. Присаживайтесь. Переходим к изучению материала. Вступили в ходатайство от средств массовой информации «Бизнес онлайн», «Информ-курьер», «Реальное время». Следствие считает, что имеется достаточное основание полагать, что, находясь на свободе, Мирзоян может препятствовать производству по делу. И таким образом имеются все основания, предусмотренные статьей 97 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, для избрания в отношении Мирзояна меры пресечения в виде заключения под стражу. Вероятность наступления указанных мной обстоятельств не может быть предупреждена, по мнению следствия, применением иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией Мирзояна от общества.